Банковские карты Мегафона – зеленые и черные для столицы и Питера. С инновационной технологией бесконтактной оплаты MasterCard. Зелено-фиолетовая для регионов. Самая крутая – черная. Сказали прийти поиграть, отдают карты. Что-то вообще просто уникальное. Спасибо большое. Что вы сказали, с компанией Мегафон уже много лет дружу, являюсь ее абонентом. И мне очень приятно и ответственно теперь, что у меня такая замечательная. И главное, что первое. Я номер, правда, не вижу. А одни нули, это очень нормально. Мегафон – это 76 миллионов абонентов. У каждого мобильный счет. Продвинутый сотовый оператор предлагает уникальный, простой и удобный инструмент, объединив счет мобильного телефона и банковскую карту. Впервые на стыке телекома и банковской сферы сделали такой продукт. Банковская карта «Мегафон». Итак. Итак. Представляю вам нашу банковскую карту, счет которой привязан к счету телефона. И это уникальный продукт, аналогов которому нету в мире. Как вы понимаете, вот этим продуктом мы чуть-чуть выходим из того рынка, где мы обычно работаем. Мы заходим фактически на транзакционный рынок Российской Федерации и начинаем конкурировать с другими мужчинами. Вы можете посмотреть на зеленого мужчину. Это не Мегафон, сразу говорю вам. Мегафон вот тот, потому что у нас два цвета. Вот. И мы говорим, что мы никого не боимся. Вот. Мы собираемся с ними конкурировать. Деньги, положенные привычным способом на сотовый телефон, оказываются и на банковском счету, позволяя владельцу распоряжаться ими по своему усмотрению. Абоненты Мегафона априори уже владельцы банковской карты. Оформить ее можно в любом отделении Мегафона с паспортом. Для тарифа все включено, оформление бесплатно. Для остальных 99 рублей. Вам уже выдана карта, у вас уже есть карта Мегафон. Вам положено, как абоненту Мегафон, иметь карту. Если у вас есть симка, у вас должна быть еще и карта. Потому что и симка, и карта пользуются одним балансом телефонного счета. Вот это с сегодняшнего дня фактически этим продуктом мы даем свободу вашим деньгам. Это такое чудо и бесплатно. Да, бесплатно. За целый год мы не будем брать никаких платежей в течение года за обслуживание карты. Любой абонент компании «Мегафон», получив карту, не понесет никаких дополнительных расходов. При этом для абонентов тарифных планов все включено, даже выпуск карты полностью бесплатен. «Мегафон» обогатил счет телефона преимуществами банковской карты. К этим преимуществам относятся, внимание, 8% годовых на остаток счета. То есть с сегодняшнего дня любой абонент «Мегафон», который получит свою банковскую карту, будет получать 8, до 8% годовых на остаток по своему счету. Такого сейчас нету точно в России и точно в масштабах промышленных, коммерческой эксплуатации в мире. То есть мы заставили мобильный счет телефона, сделали возможным мобильный счет телефона приносить дополнительный доход. Кэшбэк до 10% от суммы покупки у партнеров проекта. 0% от переводов по всей России. Для этого нужно просто положить деньги на телефон абоненту Мегафона. Средства сразу оказываются на его счете и без комиссии, в какой бы точке земного шара ни находился адресат. Карты Мегафона имитированы банком Раунд и отвечают всем современным требованиям безопасности. Есть защита от неосознанных подписок. О трех китах, на которых держится наш продукт. Первое – это удобно. Второе – это выгодно. И третье – это безопасно. Для пополнения счета нужно просто положить деньги на телефон привычным способом – через терминал, автоплатеж, онлайн, в офисе и так далее. Банковская карта Мегафона может стать первым финансовым инструментом для ребенка – средством оплаты услуг фрилансеров. Оплата картой Мегафон позволит не афишировать основную – зарплатную карту абонента. В ближайшее время пользоваться банковской картой Мегафон будут и наши олимпийские чемпионы. Ведь Мегафон активно поддерживает наш спорт не только словом, но и делом. Конечно, нам очень приятно быть первыми обладательницами банковских карт «Мегафон». Я являюсь 10, даже больше 10 лет уже клиентом нашей дорогой компании.
И хочу сказать, что всегда рядом, всегда поддерживает. Также Мегафон является нашим спонсором и поддерживает фехтование, и во многих участвует в проектах, связанных со спортом. Это большая заслуга всех наших медалей на Олимпийских играх с нашим Мегафон. Спасибо большое. Банковские карты «Мегафон» пока можно оформить только в столицах. Но в ближайшее время они появятся и в Подмосковье. В Москве, Петербурге с сегодняшнего дня, а по всей России с 1 октября. Нам нужна логистика, доставить карты, салоны, чтобы люди приходили, карты были. То есть подготовка необходима больше для всей России, чем для Москвы и Питера, потому что мы уже готовились. 5 лет от идеи до готового продукта. Компания «Мегафон» теперь и на финансовом рынке.